Я просто это. Я знаю тебя как облупленного. Вот так и руинится катка против Бубы. Бля, вот чё они делают? Вот сейчас чё они делают? Они сейчас просто проигрывают выигрышную катку, вы понимаете? Нет какой-то методички, мне кажется, как делать 360 против определенного мана. Вот и все. Вот и все. Пацаны не самые умные. Пацаны просто не самые умные. Смотри, он что делает. Рома, ты такой селфи, шлю, не спасаешь от Бубы. То есть просто чела слить нужно. Слушай, если Буба кемпит у подвала, что ты сделаешь? Ну вот что ты сделаешь? Объясните человеку, вот, пожалуйста, не спасаешь. Вот, все просто. Заводишь гены, даешь минус один и уходишь. Сейчас мы дадим хотя бы плюс один. Тоже маловероятно. Вот это результат вашего альтруизма. Пацаны, если он возле подвала, во-первых, не нужно его байдить, чтобы он оставался возле подвала, да? Вот, а в-третьих, если он, ну, во-вторых, точнее, если он кемпит, то просто не иди спасай, иди заводи. Эк, ну ладно, ну вот плюс один дали. Типа, если бы вы не пошли спасать, дали бы плюс три вполне. Ну, плюс два, если бы не повезло. Слушай, Куки, ну ты же понимаешь, что это тяжело. Ну, типа, если чел кемпит подвал, как тут без размена против хотя бы среднего бубы снять? Никак, ну без размена никак. В такой ситуации там, ну, 99%, что вы ничего не разыграете. Вы только отдадите катку просто выигрышную. Арирую спас на сайте. Господи, боже мой, Квока. Пицца Котля. Узбагойзя. Нахуя тебе второй монитор? Я, если открываю стрим, меня лагать начинает. Второй монитор мне для того, чтобы чат удобнее читать и свою ОБС-ку видеть, видеть подписки, видеть алерты. А кабанчики не высвечиваются как алерты и так далее. Да, ну это жёстенький какой-то. Открой чат отдельно, Ром, не обязательно стрим смотреть. Сейчас, давай попозже немножечко. Написано нет в наличии. А, кстати, да, может быть такое. Там лимит стоит. Обманив. Что он делает? Все, он меня хочет. Ну, я next побегу. Так, сори, так сказать, всех, кого я там прервал в починке генов. Я, честно говоря, не хотел. Бамбузл есть? Есть. Ничего, сейчас мы еще тут бамбузл раскроем. Так, перетягиваемся отсюда. Не хочу эту коробку сливать. Где? В смысле, а что ты пилой-то не пользуешься? Мы же умные с вами. Мы, смотри, мы вот так вот сделаем. Если что, через хит перетянемся. Оп. Очень странный, он очень странный. Он же пул кровавый, что он делает? Ну, типа, он явно за него не первый день играет. Что он делает? Я не хочу эту коробку. Ну хорошо, он убивает доски, да, допустим. То есть он типа от Вардена, правильно? Ну, я вот так вот сделаю. Пытается бейбить Бубу. Ну, типа того. Не знаю, что он делает. Вообще, мне сложно сказать. Признаюсь, не в курсе. Ну, хорошо, эту придропну.
Так уж и быть. Я пал. Тут, кстати, палет нету, да? Да, я пал. Я затупил что-то. Я думал, почему-то думал, он дверь будет выламывать. Тут подвал. Все, да, как говорится, давайте. Всем пока, всем удачи. Всем спасибо, что были со мной. Я его вообще не понимаю. Он что? Он типа... Мне кажется, он мог меня раньше поймать. Кроме шуточек. Ну, он странный. Надрик байтик. Вот так это можно разыграть. Вот когда стурвы знают, что делать, вот такое можно разыграть. А когда стурвы не знают, что делать, в таком случае просто уходишь. Типа Юша зашарила за Адрик, типы зашарили за то, что надо дать Адрик. Идеально. Не знаю, есть ли смысл его ломать, но я сломаю. Вполне возможно, что я, может быть, даже... Ладно, я в палете. Ну нет, это, конечно... Это, конечно... Короче, нет, тут уходить надо. Тут уходить надо, без вопросов. Тут, конечно, я немножко подзатупил, но... Думал, сломаю наед, но отсюда вообще некуда бежать было. Лучше пусть это, лучше... Уйти лучше вообще. Тут даже палет рядом нет, чтобы как-то, ну, от пыла спастись. А чё, он все равно у него билка ваншотит. Какая разница? Ну, если только поменяться можно, в теории, конечно. Ничего, у меня шприц. Я на надежде уйду. Блять, тут вообще, тут в этом-то и проблема, что здесь ничего нет. Блять. Ну пошли. Не стой меня только, пожалуйста, а? Пошли, говорю. У него Бладварден. У него Бладварден. Блять, да вы что делаете? У него Бладварден. Отвечаю. Я думаю, что у него Бладварден. Говорит, типа это. Говорит, ты, говорит, это... Подними, говорит, бро.
Так. Я уйду? Может, прикиньте, я уйду. Вот смеху-то будет, да? Сука, блядь. Надежда в соло. У меня аж что-то аж живот, блин, заболел. Осуждаю просто. Просто осуждаю. Ой, бля, как же Надежда солит, Господи Иисусе. Буба, это не приговор. Я его, конечно, дико осуждаю. Но что он делал, я не понял. Ну, ваша теория, что у него было в голове вообще в этот момент? Что он хотел добиться? Он что-то по палете бил, типа, скинь палету. И что он? Давай по-честному. Я в подвале показал ему. Ты ему вообще показал. Тут все охуели. Все просто охуели от того, как ты показал ему, кто здесь Dungeon Master. Реально. Все вообще без вопросов. А что бы написал? Слово на букву П очень нехорошее слово.